Представители администрации Сочи отправились по магазинам, интересовались даже вывесками на входе. Требование к любому хозяйствующему субъекту – это наличие информации о нем на входной группе. Мы говорим о том, что здесь, значит, название хозяйствующего субъекта, ИНН УГРН, адрес и непосредственно само название и режим работы. Как выяснилось, многие продавцы в Сочи помнят, что покупатель всегда прав. Как правило, мы всегда идем навстречу покупателям, если это действительно брак производителя, мы это забираем обратно в свой товар и возвращаем. Мы все понимаем. В магазинах говорят, что и сами покупатели стали более грамотными и знают, как добиться желаемого. Можно просто прийти в магазин, поговорить с продавцом или с хозяевами, ну просто поменять или что, зачем шум поднять, если это можно порешать все это на месте. Я так думаю. К начальнику магазина в первую очередь, это первым делом. Но обычно это все заканчивается мирным путем. Дальше никуда не идем. Рабочие группы побывали уже в 167 магазинах. В 2024 году в адрес департамента поступило 78 обращений граждан по вопросам защиты своих нарушенных прав. Наиболее частыми обращениями является, значит, нарушение в реализации некачественных оргтехники, технически сложных товаров, одежды, значит, мебели, неоказание, значит, услуг. То есть это те основные, значит, темы обращений, которые поступают в наш адрес. Такие встречи с предпринимателями и продавцами будут продолжаться, чтобы обращений и жалоб было меньше.